Юрий Ряшенцев. Советы другу, едущему со мной в Кахетию. Не дело ради, для потехи, дави, ямщик, свою педаль. Сигнахи, цнори, лагодехи, вся эта невидаль, недаль. Нас встретят пышно, не по чину, в крутом старинном городке. Как опустить на стол чинчилу, когда весь смысл ее в глотке? Когда мы искренне и длинно друг другу выразим любовь, и Алазанская долина нам вновь нальет, не прикословь. В шершавом смугленьком кувшине своя загадка. Ну так что ж, не прикословь один раз в жизни, не потеряешь, обретешь. Пусть видят все, ножа не точишь, зарок не переходит в спесь. Ну, откажись потом, где хочешь, но не отказывайся здесь. Пусть тяжко, но не оробело, твой в тамаду упрется взор. Ты в Картли, в Сакартвело, не обрекай нас на позор. Уже берут разгон для пения, ведь ночь не вся, и страсть не вся. В порыве самоупоенья приобретенные друзья. Поющий, вечно юный холост, так на ответственность мою отдайте мне девятый голос. Я не испорчу, я спою, а ты молчи еще покуда и трезво про себя заметь, какая тихая посуда, и легче пить, и легче петь. Пленившись речью золотою, почти достойный алтаря, скажи, хоть солнце за горою, не за горами и заря, но радость дружеского круга ей-ей сильнее во сто раз, чем боль ничтожного недуга к утру проснувшегося в нас.